Привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Baby. Сегодня хочется вас познакомить просто с нереальным проектом. Значит, у проекта есть свой, так сказать, мост между наукой и криптовалютой. И если вы мечтали о космосе, то этот проект именно для вас. Потому что наш проект просто нереальный, у него есть потрясающие новости для держателей токена. Знакомьтесь, наш проект называется Эфир, Эфир Крипто. Значит, исследования были основной человеческого развития с самого начала. Только исследуя и преодолевая пределы, человечество может раскрыть свой истинный потенциал. Эфир будет путешествовать к пределам науки и техники, направляя свой проект и усилия на то, чтобы превратить, так сказать, невозможное в реальность. И все очень просто. Команда уже такие грандиозные планы на ближайшее, кстати, будущее. Проект будет основан на исследованиях, развитии технологий и достижении главной мечты человечества. Это не непосредственно исследование космоса. Значит, приобрести можно на PancakeSwap. Все очень безумно интересно. Ars Space объявила, что на основе сотрудничества с Эфир Крипто и с учетом будущих проектов она запустит Эфир с EcoRocket в третьем квартале июня, что сделает Эфир первым криптографическим устройством, которое было запущено в космос. Все очень круто и все очень просто. Просто нужно быть держателем токенов и уже можете считать, что вы в космосе. Пока про Луну ничего не говорится, но мне кажется, космос уже многое значит. Значит, непосредственно за каждую транзакцию будет комиссия в виде 10% в пользу, кстати, всех. Значит, непосредственно 3 будет перенаправляться в проект Эфир, значит, по программе от людей к человечеству. 2% будут продаваться обратно, а полученные LP будут блокироваться на неопределенный срок. И каждому держателю будет распределяться 2%. Так что если вы будете, чем больше, короче, вы держите, тем больше вы, конечно, естественно, по итогу получаете. И 3% перенаправляются на маркетинг и развитие эфира. Ну, если проект не развивать, то какие будут научные исследования? Конечно, нужно развивать. Значит, здесь вы видите распределение токенов. Непосредственно общее количество токенов 1 квадриллион токенов эфира, значит. Здесь вы можете видеть на маркетинг, кошелек. В общем, все в принципе круто. Есть дорожная карта. Непосредственно запуск веб-сайтов и каналов социальных сетей, маркетинг и партнерство с влиятельными лицами, запуск DXL, запуск на PancakeSwap. Листинг будет у нас, также ждет нас впереди на CoinGecko и CoinMarketCap и на Blockfolio. Также у нас будет контрактный аудит. Первая криптовалюта, запущенная с Земли прямо в космос. 50 тысяч держателей ожидается. Контрактные переговоры с несколькими компаниями для проекта. Далее это у нас подписание контракта с выбранной компанией на выполнение проекта. Далее у нас будет проект открыт публике, опубликуется белая бумага. Также у нас планируется создание платформы IDO для владельцев, связанных с The Project. Также запуск IDO, развертывание партнерства, листинг на основных биржах и достижение звезд. Ну, так что присоединяйтесь, все очень круто и на самом деле полезно, так как космос человечество еще не изведало. На Пукоине есть график токена, сейчас он только готовится, как вы понимаете, ко взлету, поэтому пересаживайтесь, так сказать, на корабль, который унесет вас к звездам. Есть рыночная капитализация, общее предложение токенов. Когда токен падает, не стоит опускать руки. Иногда это самое время, чтобы вот сейчас его купить по низкой цене и уже заработать на этом бабла. На BCScan есть адрес контракта токена. Есть общее предложение, свыше 1000 держателей уже. Приобрести, как я говорила, на PancakeSwap. За 1 BNB вы получаете огромное количество токенов эфир. Есть своя страница в Твиттере. Здесь, кстати, публикуется много новостей, всего интересного. И, как вы видите, команда уже готовится к полету с держателями текущими, так сказать.
Эко-Рокет уже на испытательном стенде. Это подготовка к предстоящему запуску. Данный агрегат работает на платформе Эфир Крипто. Так что присоединяйтесь, присаживайтесь. И я думаю, будет очень круто. Здесь таких много крутых, интересных новостей по проекту. Какие-то обновления будут. Giveaway был, вот видите. Значит, не пропускайте, здесь даже халяву можно как бы урвать. Так что обязательно присоединяйтесь. Вот это самая главная, так сказать, новость. Arsa запустит эфир с EcoRocket в июне. И это первый криптографический запуск, кстати, в космос. Так что усядьтесь поудобней и приготовьтесь к взлету. У нас здесь много людей пишет «Go to the moon». Будем ждать полета в космос. Значит, также есть телеграм-канал. Здесь почти 4000 человек. Сейчас свыше 600 в онлайне. Заходите, если у вас будут какие-то вопросы, присоединяйтесь. Главное не стесняться, главное написать. Пишите, вам с радостью ответят 24/7. Команда как бы поможет. Ну что я могу сказать? Достаточно интересный проект, он реально имеет свою цель, и я думаю, ее обязательно выполнят. Ну, а вы пишите мне комментарии, что вы думаете по поводу проекта, а также ставьте лайки, дизлайки, и не забывайте подписаться на мой канал. А вам всем крутейшего настроения и удачи с новым проектом. Всем пока!